Благоустройство набережной идет полным ходом. Уже расставили пляжные зонтики и шезлонги, установили душевые кабинки, которым в скором времени проведут воду. Также к концу подходит монтаж второго пирса. Еще об одном новшестве расскажет моя коллега. В этом году на центральной набережной установят 4 питьевых фонтанчика. Их разместят на нижних ярусах от Естаевского до Каирбаевского спуска. Два фонтана уже установили и подвели к ним воду. На сегодняшний день уже два фонтанчика установлены. Остальные планируется смонтировать срок до 10 июня. Стоимость одного фонтана составляет 104 400 тенге. Каждый фонтанчик подключен к центральному водоснабжению. Внутри него установлен специальный очистительный фильтр. Работать они будут до конца купального сезона, далее их демонтируют. Рейс Моргунова, Даулет Кашкарбаев, Иртыс Акпарат.